Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы вместе полистаем каталог Выгода Максимум. Этот каталог доступен каждому консультанту компании Oriflame, который разместил в предыдущем каталоге суммарно заказов на 100 баллов и выше. То есть если вы в 15 каталоге сделали заказ от 100 баллов, значит в 16 вы можете размещать заказы по каталогу Выгода Максимум. И я вам расскажу, что в этом каталоге особенно интересное, на что обратить внимание. Каталог Выгода Максимум начнет свое действие с 22 ноября и закончится 5 декабря. То есть прям в ночь с субботы на воскресенье с 21 на 22, как только куранты пробьют 12 по Москве, включается на сайте во втором разделе доступ к этому каталогу. То есть вы можете прям с сайта добавлять в корзину все необходимые продукты. Но обратите внимание, что за каждые 10 баллов из этого каталога, заказанные из этого каталога, будет вложен случайный комплимент от Oriflame за 3 рубля. То есть да, это будут какие-то пробники, скорее всего, кремов, ароматов, помад и так далее. И первая страница сразу радует ароматами Amber Elixir. Обожаю эти ароматы, у меня один из них есть. Первый аромат — это Amber Elixir Кристалл. Это восточно-цветочный аромат, необыкновенной красоты флакон, высокая стойкость аромата, просто состав у него грандиозный. Я когда эти ноты прочитала, честно говоря, я не поняла, что он мне так понравится. Аккорд балтийского янтаря, цветок нигелы, тростниковый сахар. На самом деле я слышу здесь морской ноты. Для меня этот аромат свежий, и я его носила активно летом. Вот у меня пол флакончика использовано. Мне нравится, как он звучит на коже, просто, ну вот просто нереальный аромат. Второй аромат я тестировала только из пробника, это Amber Elixir, я его называю Amber, а на самом деле Amber Elixir Mystery. Я пробовала его из тестера, аромат сладковатый, такой мягкий, но он достаточно интересный по составу. Смотрите, это восточно-цитрусовый цветочный состав, у него тоже красивый: цитрусовая ваниль, красная лилия, амбра. И отзывы об этом аромате самые прям замечательные, кто его берет, влюбляются в этот аромат. Далее нас ждут отличные предложения с лаками для ногтей, и здесь лаки всего по 99 рублей. Слушайте, это классное предложение. Вот так будут выглядеть лаки. У меня есть несколько флакончиков с лаками из этой серии. Я не скажу, что именно эти представлены, но я хочу сказать, что это одни из лучших лаков, которые я пробовала за всю свою жизнь. Они классно наносятся, легко распределяются на ногтях, сохнут быстро, стойкие, достаточно стойкие лаки. То есть я с удовольствием сама пользуюсь, я не делаю покрытие гель-лаком и так далее, я пользуюсь лаками Oriflame, потому что они замечательные. На следующей страничке нас ждет ультракремовая губная помада 5 в 1 за 199 рублей. Не все оттенки, мы знаем, что в этой серии у нас 26, по-моему, оттенков, а здесь представлены не все оттенки, но помада, она классная. Мне не нравится ее упаковка, она очень простая, ну как бы просто и лаконично, но качество помады просто замечательное. Покажу вам оттенок. У меня, правда, оттенок, который не представлен здесь, мой код 35168, но я хочу показать, как она здорово ложится. Смотрите, то есть легко передается цвет, буквально один раз я провожу, и уже видно, какой красивый глубокий оттенок. Помада питает губы, плотно лежит, не сушит, не стягивает, то есть у нее такие прекрасные вот показатели. Поэтому я эту помаду рекомендую всем, кто любит такие хорошие питательные помады. И здесь прекрасные варианты оттенков, любой может выбрать себе на свой вкус. На следующей страничке нас ждет палитра маскирующих средств. Вот так будет выглядеть палитра. Это маленький-маленький такой футлярчик, в котором прячется у нас два оттенка маскирующих средств. Вот такой вот какой-то бежево-розоватенький. И второй оттенок, он идет в легкую, как бы с легкой желтинкой. И вот тот, который с розовым, он отлично перекрывает синячки,
все венки, а тот, который у нас идет вот с такой с желтинкой, он прекрасно перекрывает пигментные пятна. А третий — это просто пудра, пудра, чтобы сверху прокрыть. Но я вот пудрой совсем не пользуюсь, я пользуюсь в основном только двумя этими оттенками, и довольно на 100% плотное, классное прям покрытие, при этом не тянет кожу, не тяжелит, все супер, прям рекомендую, тоже хороший продукт. Далее нас ждут румяна, я такими не пользовалась, но что я хочу сказать, румяна эти у нас идут Refill, то есть для них нужна специальная магнитная палетка. По качеству румяна я уверена, что они прекрасные, у меня брала клиентка, оставляла отличный отзыв, сказала, что это классные супер румяна с хорошим насыщенным оттенком, надолго ей хватило, то есть отзыв прям классный, обязательно ей покажу, может быть еще как раз и закажет. На следующей страничке нас ждут уже средства для тела, и первое открывает парад средств — это крем для ног с манго. Чудесный аромат крема, красивый яркий флакон, густой концентрированный крем, который будет хорошо питать ножки, то есть он такой вот прям густой, но при этом хорошо впитывается, не оставляет липкости. Я обычно кремами пользуюсь на ночь после душа, каждый день практически стараюсь мазать ноги кремом, потому что кожа на ногах требует ухода, питания, заботы, чтобы ножки наши легко бегали, радовали нас, да, каждый день, и при этом они были очень ухоженные. Чудесный продукт, всего 119 рублей. Далее пакетик — это скраб лимон и арбуз, чудо аромат. В этом пакетике скраба много, его хватает, ну на два раза точно хватает, вот так вот если его свернуть, то увидите, что и здесь еще много продукта, и здесь много, потому что по весу у нас здесь 20 миллилитров, вполне достаточно, чтобы или разделить на кого-то еще из членов семьи, или на два раза просто для себя. Я обычно такие пакетики беру в подарки для клиентов, потому что это яркий, эффектный, прикольный такой подарочек, и я вкладываю в заказы, поэтому я обязательно сделаю покупочку с этого каталога, пополню запас скрабиков. Далее средство для лица, очищающее с питательным комплексом, тоже не пробовала, эта серия, сейчас скажу как называется, Essentials, не могу выговорить, язык ломается, вот что значит не учить английский, да, учить немецкий язык. И четвертый продукт — это крем для рук, увлажняющий с силиконом и глицерином. Кстати, этот крем один из моих любимчиков, я как раз вчера только достала из своих запасников этот крем, я его просто обожаю, достала, чтобы пользоваться, и сейчас увидела, что он у нас будет в каталоге. Он очень классный, я его часто заказываю, кстати, уже давно не было, потому что постоянно выходят какие-то новые, все хочется попробовать, но этот крем, он здорово подойдет, особенно тем, кто много возится с водой, у кого руки часто сохнут, то есть нужна дополнительная защита, поэтому перед тем, как возиться в воде, нанесите этот крем, дайте ему впитаться, а потом уже, да, занимайтесь готовками, уборками и так далее, потому что он будет защищать вашу кожу от повреждений. Следующая страничка, здесь нас ждет крем для душа с каштаном. Был у меня такой крем, удобно, что он в тюбике, крышечка просто у него откидывается, концентрированный питательный крем для купания, тоже рекомендую, очень понравился. У него необычный такой неизбитый аромат, я бы так сказала, что мне понравилось, я подряд брала две серии, два набора, то есть в этом наборе еще был крем для тела, тоже мне очень нравился, и гигантский объем для сухих волос, шампунь, пшеница и кокос, объем 750 миллилитров, всего 349 рублей. Смотрите, вот такой гигант, то есть я показываю вам другой продукт, чтобы вы понимали, сколько это будет визуально, да, то есть это много, это реально, вот представьте, три тюбика по 250 миллилитров, но это здорово, что один большой объем, надолго хватит, да, и получается экономичнее. Я обычно, когда такие предложения есть, я всегда пользуюсь, потому что, например, я этот шампунь люблю, у меня волосы окрашенные, они требуют питания, дополнительного ухода, для меня этот шампунь просто прелесть.
И еще кусочек мыла с ароматом ванили и корицы. Очень красивый дизайн и упаковки, и само мыло сделано в красивой форме, да, так прям здорово выглядит. И далее для мужчин парфюмированный спрей для тела North for Men Power и тонизирующий гель для лица. Тонизирующий гель, он восстанавливает, охлаждает кожу. Я думаю, что он будет приятен мужчинам после бритья, потому что после бритья обычно кожа горит, ее хочется напитать, да, охладить немножечко. Это будет просто здорово. И мужской бумажник для карт, тоже интересный вариант, чем можно, да, порадовать своего мужчину. Далее идет бижутерия, красиво, да, особенно вот это так эффектно выглядит, плетение. Сейчас модно крупные такие массивные украшения, мне очень нравится в виде колосков украшения, особенно серьги, я люблю такие эффектные длинные серьги. Здесь у нас полный, да, фантазийный хаос идет, серьги пусеты под серебро. И серьги-трансформеры, я вам их покажу, потому что сама ими пользуюсь. У меня эти серьги уже давно, и я вам про них сейчас все расскажу. Смотрите, то есть они трансформеры, потому что можно снять подвеску и оставить только вот такой вот красивый золотистый, как сказать, гвоздик, да, только его. Потом мы можем вернуть подвеску обратно и закрепить на ушке с помощью специального фиксатора. Подвес состоит из такого кольца под янтарь, оно абсолютно легкое, невесомое, и крупные массивные жемчужины. Вот меня спрашивают, тяжелые ли эти серьги, я говорю, да, они тяжелые, и еще из-за того, что грузик у нас так низко висит, получается, если, например, вы захотите побежать или взорваться в таком резвом танце, то реально это будет некомфортно, ушки будут, да, просто вот летать туда-сюда. Поэтому я не одеваю эти серьги на какие-то такие взрывные вечеринки, я обычно их одеваю просто вот для красоты, на видео или просто прогуляться, да, или в театр, например, вот только там, где я не буду активно двигаться, потому что, ну, увесисто. Зато классно, что можно отдельно использовать эту вот золотистую такую вот, как же это сказать, золотистый гвоздик, так его и буду называть, не приходят слова на ум, простите за мой, да, скромный язык, сегодня что-то никак не разговаривалась. Вот это очень красиво, потому что иногда хочется вот просто что-то, чтобы блестело в ушке, но не слишком объемное, тогда как раз вот будет такой вариант очень подходить. Роскошные платки из серии Норхен, обратите внимание, кстати, вот второй платок с принтом листья мне очень нравится, я на него сразу прям глаз положила, когда увидела. Здесь у нас интересные аксессуары для того, чтобы утеплиться, двухсторонняя понча, его можно носить как на темную сторону, так и вот на комбинацию светлых полос с темными. Это отличный вариант для тех, у кого, например, прохладно на работе, или есть объемная зимнее пальто, и когда очень холодно, под пальто или под шубку одеть это пончо, чтобы все тело было так утеплено изнутри, да, чтобы не носить постоянно теплую объемную вещь, а, ну, как дополнительное утепление. Мне этот вариант очень нравится. Далее шапочка у нас идет двухцветная с отворотом, нежный мятный оттенок в комбинации с таким светло-бежевым, очень красиво смотрится. Реально вот эта сумка, каждый раз, когда я ее вижу, она меня приводит в восторг. Я себе такую не покупала, все время себя сдерживала тем, что у меня так много сумок, ой, ну куда мне их солить, что ли. Но она мне очень нравится, очень, она так классно сделана, выглядит дорого, внутри нет подкладки, она выглядит как дорогая кожаная дизайнерская вещь, она не очень объемная из-за того, что, если вот вы видите, по бокам у нее идет строчка, защипы такие, да, и у нее широкенькое достаточно дно, но сумка не очень вместительная, то есть хороший такой клатч для прогулок, чтобы положить там самые необходимые, телефон, например, помаду, зеркальце, расчесочку, а антибактериальный спрей для рук поместится точно. Сумка в красивом оттенке, так,
такая дымчатая роза, да, такой приглушенный розовый, очень красивый нюдовый оттенок. Сумка сделана оригинально, да, у нее широкий ремень, ее можно носить и через плечо, и на плече. А у нее интересные узелки, такие узлы крупные по бокам. То есть сумка всегда обратит на себя внимание и цветом, и формой. И завершает, по-моему, да, это последняя страничка, помада. А помада у нас эту с производства сняли, по-моему, уже, или снимают. И вот ее можно будет найти только спецпредложение. The One Color Obsession. У меня есть два оттенка, сейчас вам покажу оба и скажу, какие цвета у меня. Один цвет, так получается, моего цвета здесь нет или есть? Так, минуточку, разберемся. 35-162, это гранатовый браслет, а второй 35-159. Да, 59-я не представлена, я ее показывать тогда не буду. Посмотрим гранатовый браслет. Что удобно в этих помадах? Мы видим сразу оттенок через крышечку, какую мы берем. У нее красивый дизайн, то есть уже много, долгое время я пользуюсь этими помадами, как видите, не обшарпанные, не исцарапанные, хотя они всегда и в сумочке со мной, и везде. И вот здесь вот я рядышком попробую помаду. Гранатовый браслет, такая сочная, яркая, эффектная помада, она действительно очень красиво смотрится для вечера, для вечернего макияжа, для такого яркого, сочного. Обожаю эту помаду, мне нравится, как она лежит на губах, у нее такая мягкость, увлажнение, хорошая укрывистость, она более прозрачная, ее даже видно, что она как бы в ней больше такого глянца, чем в предыдущей помаде, да, мы видим, что ультракремовая более плотная, а это более легкая и невесомая. Я вам покажу, как они вот, если стереть, вот я растираю первую помаду, видите, она плотно, нехотя растирается, а эта помада, ну, более легко поддается растиранию, но на губах лежит отлично и та, и другая. Вот, я вам все показала, все перемазалась. Надеюсь, это видео поможет вам сделать хороший выбор, чтобы вы были довольны. Действительно, отличное спецпредложение. Я рекомендую всем стремиться быть в премьер-клубе, чтобы дополнительно иметь возможность приобретать себе продукцию с еще большими скидками, чем в каталоге, и какие-то брать дефицитные товары, которых уже нет или которые только будут. Если видео полезное, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Если у вас еще нет дисконта в Oriflame, пишите мне или заполняйте заявку прямо под видео. Я с вами свяжусь и расскажу вам, как оформить заказ, как его получить, оплатить, и отвечу на все ваши вопросы. Всего доброго, пока-пока!